Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Нужно нагуляться, прежде чем вступать в брак, пожить для себя перед тем, как заводить детей, увидеть жизнь до того, как прийти в церковь и начать жить правильно. Говорят, ты слишком молодой, и у тебя вся жизнь впереди. И нужно брать от нее по максимуму. Но неужели ты настолько молодой, что имеешь 100% гарантию того, что завтра наступит? Ведь каждая минута нашей жизни – бесценный подарок Бога. Нельзя воспринимать ее как должное, потому что не существует слишком молодых для войн, слишком молодых для болезней и слишком молодых для несчастных случаев. И неужели, если бы ты знал, что существует другая жизнь, полная счастья, мира, любви, то предпочел бы откладывать ее на потом, а лучшие, наполненные возможностями годы, пускал на самотек? В глубине души каждый человек понимает, что ему чего-то не хватает, пытается найти это всевозможными путями, но зачастую только сильнее запутывается. Но правда в том, что только сотворивший нас по своему подобию знает нас даже лучше, чем мы сами. Только любящий жертвенной любовью прощает нас безоговорочно и принимает нас такими, какие мы есть. Только живые отношения с реальным Богом способны изменить нас, наше поведение, наше восприятие мира, наши отношения с людьми и избавить нас от страха, горечи, пустоты, разочарования и депрессии. Неужели мы и правда слишком молоды, чтобы быть счастливыми?